Наталья Никонорова. В этом году у нас в Красноярске саженцы, яблони, груши по 900 рублей. Бедный Сергей, что же вы клевали-то за 1000 рублей? Ну те-то ни одно яблоко, ни одна груша не выживет, это 100%. Бесполезно. Откуда в Красноярске могут быть саженцы, яблони, груши? Сидела бы рядом Александра, она бывает на этих Савинич, она бывает на выставках, она больше знает. Вот это если бы еще ее попробовать бы поучаствовать в плане учебы, например, подходит. Знаете, как я подходил, вот этот самый, вот он, вот это вот у меня висит. Вот так вот. Я одеваю, вот видите, включаю. Включаю запись и подхожу. Здравствуйте! Меня тут же чуть морду не набили. Нарвался на тех, кто продает. Они сразу поняли. Где это самое? Немедленно выключить. Где у вас разрешение на съемку? Вот эта истерика была у людей, которые каждый год привозят в Саяногорск все, что умрет до единого. Вот это было. Но если более опытный человек, не так как я, в открытую сунулся. Вот та же Елена Санна, которая бывает на этих выставках, хорошо бы, чтобы она подходила. Откуда дрови, откуда саженцы, вот, она что, привита. А потом, я бы был жил в Красноярске, я бы не один такой фильм снял. Здесь не могу, можно набить. Вот. А в Красноярске меня никто не знает, там бы получилось. Черноплодная рябина 800 рублей. Ну, я, ну это-то, господи, ну сорняк же, ну как... Как она может 800 рублей? Ой, ну, вы знаете, что она дает корневые отводки, но она дает их так мало, и они так близко к корням, к основной массе корней, что отрубить, чтобы вот, смотришь, чуть в стороночку, раз, вот на таком расстоянии, сколько попыток было отрубить, а отрубишь, там корней нет. То есть она вот так вот не... как это, как внешняя, как там слива, она так не размножается. Вот так вот, чтобы в сторонке в метре. Вот. А вывод. Это черноплодная рябина из семечек. А вы сами-то, почему вы это? Если это... Я вначале возмутился. Ну, господи, с утра я потом... Да это же стало страшным этим. Дефицитом. Я не помню ни разу, чтобы в Саяногорске, я в каждый год заходил, смотрел, так это... притворялся этим самым валенком. Вот. Я не помню ни разу, что продавали черноплодную рябину. Так это дефицит. Делайте деньги, друзья. Вот мой совет. Ну, по крайней мере, ну, вы там же людей не обманете. Вот и написал, пришлите фото. Мне интересно вот все это.